Приводится боголюбезнейший избранный нареченный честный архимандрит Феогност, Киротонисатисова епископа, богоспасаемого града, бронницы. Часо ради пришел и сие от нашей мерности часово просише. Хиротонию архиерейские благодати, святейший владыка. И как и веруешь? Верую в единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно, Отцу им же вся выше, нас ради человека и нашего ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святой Марии Девы и вочеловечшегося, распятого же жены при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, и судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо глаголошего пророки, во единую святую соборную апостольскую церковь, исповедую единокрещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Благодать Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа и Святаго Духа да будет с тобою. Приводится боголюбезнейший, избранный, нареченный, честный архимандрит Феогност, Хиротонисатисова епископа, богоспасаемого града, бронницы. И вином еще, яко исповедуешь о свойствах трех ипостасей непостижимого божества, и яжего человечения ипостасного Сына и Слова Божия. Верую в единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимых же всех и невидимых, безначального уба и нерожденного и безвиновного, начало же естественное и вину Сына и Духа. Верую и в единородного Его Сына, неистечно и безвременно из Него рожденного, единосущно Ему им же вся быша. Верую и в Духа Святаго, из того жде Отца Исходящего и Сославимого, яко сопресносущного и сопрестольного, и единосущного и равнославного и твари содетеля. Верую, яко един от таяжди присущественное и живоначальное Троицы, единородное Слово, снишед с небес, нас ради человека и нашего ради спасения, воплотися от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечися. Сирич совершенный человек бысть, пребывая Бог и ничтоже применив от божеского существа приобщением к плоти, или во иное превратив, но без приложения восприим человека и в нем страданий и смерть претерпе, от всякого страдания по божескому естеству свободный, и воскреси в третий день из мертвых, и вошед на небеса, воседи одесную Бога и Отца, еще же воплотившегося Слова, единую ипостась исповедую, и верую, и проповедую, яко един и тожди есть Христос двух по воплощению естествах, сохраняя в них же и из них жебе, последовательно же и две воли чту, коему жда естеству сохраняющие собственную волю и собственное действие. Верую и я же о Бозе и божественных единой кафолической апостольской церкви преданием и сказанием. Поклоняюсь относительно, а не богослужебно, божественным и досточтимым иконам самого Христа и Пречистой Богоматери и всех святых, честь пред ними являемую, принося на первообразное. Инако же о сем мудрствующих, яко чужди мудрствующих, отметаю и анафематствую. Владычицу нашу, Богородицу Марию, свойственной истиной исповедую, яко родшую плотью единого от Троицы Христа Бога нашего, я же да будет мне помощница, покров и заступление во все дни жизни моя. Аминь. Благодать Святаго Духа да будет с тобою, просвещающая, вразумляющая, укрепляющая тебя на всех путях жизни твоей. Приводится боголюбезнейший, избранный, нареченный, честный архимандрит Феогност, Хиротонисатисова епископа, богоспасаемого града, бронницы. Яви нам еще, яко содержишь каноны святых апостолов, святых отец и при предании постановления церковные. К
Всему моему святые вероисповеданию обещаюся канона святых апостол, седми вселенских и благочестивых поместных соборов, и правила святых отец храните и соблюдайте. Вся я житие прияша и ас приемлю, а их житие отвратишеся и ас отвращаюся. Еще же обещеваюся предание церковное, уставы святые и чины всякое фаллическое восточное, православная церкви храните неизменно. Обещаюсь и церковный мир соблюдати, и твердо держати, и ни единому бы нравом в часом противное православней, кафоличести восточней, христианстве вере мудрствуйте во все дни живота моего, и последовать ими ко всем, и повиноватись всегда святейшему патриарху московскому и все Руси, священному синоду и преосвященным митрополитам, архиепископам и епископам, братьям моей, во всем согласну быти, и купночинну по божественным законам и священным правилам святых апостол и святых отец, и любовь духовную вседушно к ним имейте, и яко братью почитайте. Обещаю же себе во страсти Божие и боголюбивым нравом веренные места да управляйте и усердно учите, и от всех ересей сохраняйте со всяким усердным тщанием. Еще же и в том исповедуйся, яко не злато или сребра обещанием и даянием на сие служение прихожду, но туни избранием святейшего патриарха московского и все Руси и священного синода. К сим же обещаюся, ничто же творить ими по нужде, аще от сильных лиц или от множества народа нудиму, аще и смертью ми воспретят, велящие, что сотворить ими вопреки божественным и священным правилам, ниже в чужде епархии или тургисати, или ино, что священных деятий без воли епархии он и архиерея, так аж день рукополагать ими, ниже иерея, ниже диакона, ниже инага, как клирика, чужды епархии, ниже приматия в мою епархию без отпускных грамот своих им архиереев. Обещеваюся врученную ми паству, по обычаю апостол посещати и назирати, как и пребывают верни в вере и во исправлении дел благих, а наипаче иереи. И смотрите с прилежанием, учите и запрещайте, дабы расколы, суеверия и ереси не умножались, и дабы противнее христианскому благочестию и благонравию обычаи не повреждали христианского жития. С противными церкви святей, с разумом и кротостью поступати, по святому апостолу Павлу, яко рабу Господню не подобает сваритеся, но тиху быти ко всем, учительну, незлобиву, с кротостью наказующе противное, и да как даст им Бог покаяние в разум истины. Вся же та, яко же днесь обещахся, до последнего издыхания, ради будущих благ исполнять и обещеваюся. Будем и сердцеведец Бог обещанием моего свидетель. Воистиним же и усердным моим правлении и действии, да будет сам, то есть Спаситель наш Иисус Христос, ми помощник, ему же купно со Отцем и Духом Святым, да будет слава и держава, честь и поклонение, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благодать Святаго Духа через нашу мерность производит тебя, боголюбезнейшего архимандрита Феогноста, избранного епископа богоспасаемого града Бронницы. Благодать Святаго Духа да будет с тобою. Великому Господину и Отцу нашему Кириллу, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси, Свято-Троицкий Сергиевой Лавры, Священному Архимандриту, с Богоспасаемой Его паствою, многое лето! Yes.
священным митрополитом, архиепископом и епископом многое лето! Честному архимандриту Феогносту, избранному и нареченному во епископа, богоспасаемого града Бронницы, многое лето! Царю Небесный, утешитель души истинной и живездец, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди и вселисевны, и очисти на всякие скверны, и спаси блаже души наши. Слава Вышний Богу и на земле мир человеца благоволения. Слава Вышний Богу и на земле мир человеца благоволения. Господи, усне наши отверзиши, и уста наши возвестят хвалу Твою. Благословен Бог навсегда, ныне и присно, и во веки веков. И исправит Господь стопы ваши. Да поминет вас Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Благослови, святейший Владыко! Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков! Господу помолимся. Во свечном мире о спасении душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. О мире всего мира, благостоянии святых Божьих церквей и соединении всех, Господу помолимся. И страхом Божиим ходящих вонь, Господу помолимся. О великом Господине и Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, о преосвященных митрополитах, архиепископах и епископах, честнем пресвитерстве во Христе, диаконстве, всем причте и людях, Господу помолимся. Богохранимей стране нашей, властях и воинстве ее, Господу помолимся. О первопрестольном граде нашем, всяком граде стране, и верою живущих в них, Господу помолимся. О благорастворении во духово изобилии плодов земных и временных мирных, Господу помолимся. Плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся. О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Славную
Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Воскресите, Господи, святые на поддержи имени Его, дадите славу Твоей Его, молитвами Богородицы, спаси, спаси. Молния Твоя вселенную подвижется и трепетна бы земля. Молитвами Богородицы спаси, спаси нас. Во исповедание и перемену облекся и сию деяться светом яко ризою. Молитвами Богородицы спаси, спаси нас. Слава Отцу и Сыну и Святому помолимся. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. И святое, пречистое, и благословенное, славное владычество нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу передадим. Твоя держава, и Твое есть царство, и сила, и слава Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью, Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко благо человека любит Бог еси, тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Молитесь на Господа, якого раси он не подвижется вовек. Преобразись, братья и сила, Боже, Христе Боже, показали ученикам Твои слава Твою, яко же божаку, да воссияет и нам грешный, святой Христос сущий, молитва ли Богородицы, силу дальше слава Тебе. Воры окрест Его и Господь окрест людей Своих, от ныне и до века. Преобразится и сила горе Христе Божие, показали ученикам Твои славу Твою, яко же божаку, да воссияет и на крещи, святой Христос сущий, молитва ли Богородицы, обитает в жилище Твоем, или кто вселится во святую гору Твою. Преобразится и сила во веки сего же, показал и учеников Твоих славу Твою, яко же божаку, да воссияет и на грешке святой Христос сущий, молитва ли Богородицы, силу дальше слава Тебе. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его? Преобразится и сила горе Христе Божие, показал и учеником Твоим славу Твою, Господи, посли свет Твой, истину Твою, тамя настависта и ведос тамя в гору святую Твою.
яко свят еси Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно. Господи, спаси благочестивые. Господи, спаси благочестивые. И услышаны. Призри с небесе, Боже, и висть, и посети виноград сей, и утверди, его же насади, десница Твоя. Избранием и искусом боголюбезнейших архиереев и всего освященного собора божественная благодать, всегда немощная врачующая и оскудевающая восполняющая, пророчествует боголюбезнейшего архимандрита Феогноста, избранного епископа богоспасаемого града Бронницы. Помолимся уба о нем. Да придет на него благодать все святаго Духа. Достойно быть и просить Ему, я же ко спасению народа, и послушайте Тебе Его, яко светися Твое имя и прославися Твое Царство, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, понеже невозможно человеческому естеству божественного понести существа, Твоим строением подобострастный нам учители поставивый, Твой содержащий престол, воеже возносите Тебе жертвы и приношения всех людей Твоих,
Ты, Господи, сего явленного строителя архиерейские благодати сотвори, быть и подражатели Тебе истинного пастыря, положившего душу Твою за овцы Твоя, путевождя слепых, свет сущих во тьме, наказателя немудрых, учителя младенцев, светильника в мире, да совершит души вверенной Ему в настоящей жизни, предстанет престолу Твоему непостыдно и великую мзду примет, и уже уготовилась и пострадавшим за проповедь Евангелия Твоего, Твое бы есть и же миловать и спасать, иной Боже наш. И Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аксиос. 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 Во имя Господне, благословенный Сын Христов, и славы Царства, и Вседяйный, Герувиме, препятный, превозносимый во все веки. Субтитры сделал DimaTorzok.
всем. И Духове Твоему премудро. Каким на четвертый, яко возвеличишься дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси. Господи Боже мой, возвеличился еси, сделало возвеличился со дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил. Яко возвеличишься дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил. Соборного послания Петрова чтение. Амен. Братья, почтитеся известно ваше звание, избрание творите. Сия ботворяще не имате согрешите никогда же. Сице бы обильно преподастся вам вход в вечное царство Господа нашего и спаса Иисуса Христа. Всего ради не обленюся воспоминати пресно вам о сих, аще ведите и утверждение сте в настоящей истине. Праведно помню, да не лежа есмь во всем теле си, восставляти вас воспоминанием веды, яко скоро есть отложение телесе моего, яко же и Господь наш Иисус Христос сказал мне, почуся же и всегда имейте вас по моем исходе, ежа сих память творите, неухищренным бобаснем последовавше, сказав он вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, но самовице бывше, величествию он прием от Бога Отца честь и славу, гласу пришедшему к Нему, такову от великолепной славы, сей есть Сын мой возлюбленный, о нем же аз благоизволи их. И сей глас мы слышак он с небесе сшедш, с ним сущий на горе святей, и има мы известнейшее пророческое слово, ему же внимающе, яко же светило сияющу в темнице месте, добре творите, донде же день озарит, и денница воссияет в сердцах ваших. И Духове Твоему, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя!
благослови, святейший Владыко, благовестителя святого апостола и евангелиста Матфея. Бог молитвами святого славного и всехвального апостола и евангелиста Матфея да даст тебе глагол, благовествующему силою многою во исполнение Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. И мудрость простит, услышим святого Евангелия. Матфея, святого Евангелия, чтение. Во время оно поят Иисус Петра и Иакова и Иоанна, брата Его, и возведи гору высоку единый, и преобразися пред ними, и просветися лице Его, яко солнце, ризы же Его, быша белы, яко свет, и се явистося им Моисей и Илия с ним глаголища, отвещав же Петр рече ко Иисусови, Господи, добро есть нам зде быти, аще хощиши сотворим зде три сени, тебе едину и Моисеева едину, и едину Или. Еще же ему глаголющу, се облак светило синих, и се глаз из облака глаголя, сей есть Сын мой возлюбленный, о нем же благоволих, того послушайте. И слышавши ученицы подошеницы, и убоявшися зело, и приступили Иисус, прикоснуся их и рече, восстанете и не бойтесь, возведши же очи свои, никого же видишь, токмо Иисуса единого, исходящим им с горы, заповедай им Иисус глаголя. Никому же поведите видения, донде же Сын человеческий из мертвых воскреснет. Отце души и от всего помышления нашего, Господи, Вседержителю Божий, Отец наш, молим Тебя, услыши и помилуй. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй. Еще молимся великом Господине Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, о преосвященных митрополите, архиепископе и епископе, и о всем Христе, Роди нашей. Стране нашей, власек и воинствия, таких и безмолвие жития поживем во всяком благочестии и чистоте. Еще молимся о братьях наших, священницах, священном монахе и всем Христе, братстве нашем. Еще молимся о блаженных и преснопамятных
святейших патриарх православных и создателях святого храма сего, и о всех прежде почивших отцах и братьях, принадлежащих и подсуду православных. Еще молимся о строителях, благоукрасителях и жертвователях святого храма сего. Еще молимся Тебе, Господу, Спасителю нашему, о ежеприятии молитвы нас, недостойных рабов Твоих, всю годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедшую бабы душею в рази, и о ежевите спасение Твое, рцем все, Господи, услыши и помилуй. Еще молимся, Боже, благотерпим и милостью, презрите на воинство и вся, защитники Отечества нашего, и уеже утвердите нас всех в вере, единомыслии, здравии и силе духа, рцем все, Господи, услыши и милости на помилуй. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих, во святем и всечестнем храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милостив и человеколюбец Бог, и си Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчившиеся на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ и я, восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу, верным чадам Твоим. О единстве русские церкви ревнующим поспешествуй, в духе братолюбию крепи, от бед избави, запрети раздирающим в омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни, благодатью Твоей власти придержащие ко всякому благу настави и мудростью обогати, воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа ими спасли, от смерти раны пленения сохрани, лишенные крова в изгнании сущие в домы введи, алчущие напитай, недугающие, страждущую крепи, исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якогда едиными усты, единым сердцем, исповемся Тебе, единому Богу в Троице, славимому, Ты бы еси заступление, победы и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Мудрость. Якогда под державою Твоею всегда храним и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Yeah.
Ты в имени Господи Боже наш, владычество выше небесными и земными, и что на престоле Херувим всеносимый или Серафимов Господь.
Слово Ваше, да помилит Господь в лица Божьего. Царство Архиерейство Ваше, в любви Вашей, Господи, Царство всегда ныне Христе. Святительство Твое да поминит Господь во Твое Царство Свое, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Архидиаконство Твое да поминит Господь Бог во Царстве Свое. Святейшие патриархи православные, блаженнейшие архиепископы и митрополиты, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, и господина преосвященнейшего феогноста епископа Бронницкого, да поминет Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Благообразный Иосиф, Иосиф Зрева с ним причистый. Это пресвитерство Твое, это мне Господь Бог послал. Великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха, Московского и всея Руси, Свято-Троицкие Сергиевы Лавры, Священно-Архимандрита, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Вас и всех православных христиан да поминет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Святительство Твое да поминет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Архиерейство Ваше да поминет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
божественная благодать, всегда немощная врачующий и оскудевающая восполняющий, пророчествует Антония, благоговейнейшего дьякона во пресвитера. Помолимся уба о нем, да придет на него благодать Всесвятаго Духа. Боже, безначальный и бесконечный всякого здания старейший сын, нарицанием пресвитера почествовав его степени, всем удостоившийся священно действовать и слово Твое истины, сам Владыка всех и сего, Его же благоволилось и проучествовать, от меня в непорочном жительстве, неклонной вере, благоволи подъять великую сию благодать Святаго Твоего Духа и совершенно покажи раба Твоего во всех, благоугождающий Тебе и достойно жительствующая, даровавшаяся Ему от Твоя признательные силы, великие и все священнические чести, яко Твоя держава и Твои царства и силы и слава Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. Боже великий в силе и несследный в разуме, дивный в совете, паче сынов человеческих, сам Господи сего, Его же благоволил еси, на пресвитерский возойти степень, исполни святаго Твоего Духа дара, да будет достоин предстоять и непорочно жертвеннику Твоему, вествовать Евангелие Царствия Твоего, священно действовать и слово истины Твоя, приносить Тебе дары и жертвы духовные, возновлять и люд Твой через купель паки рождения, яко и сей срете во втором пришествии великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, единородного Твоего Сына, примет мзду благаго икономства своего чина во множестве благости Твоя, яко благословися и прославися всечестное и великолепое имя Твое Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аксиос. Аксиос, 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 Аксиос. Аксиос, 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 Аксиос. 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 Аксиос, Аксиос, Аксиос. Аксиос, Аксиос. Христос посреди нас. Аксиос, 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 Аксиос. Исполняй тебе, Господь. Исполни молитву нашу, Господи. И страхом Божиим ходящих вонь, Господу помолимся. О, избавитесь нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Не всего совершенно, святомирно и безгрешно у Господа просим. Ангеломирно, веронаставника, хранителя души телес наших у Господа просим. Прощение и оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Душам нашим и мира, 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 Господа прощим. Дайте время живота нашего в мире, покаяние скончати, у Господа прощим. И сядьте кончины живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Благодай, Господь! Пресвятую, пречистую, преблагословенную,
православную владычицу нашу, Богородицу и Пресную Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Щедротами единородного Сына Твоего с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Мир всем и духами Твоего. Возлюбим друг друга. Единомыслием исповемы. Отца и Сына и Святого Духа, Троица единосущную, и нераздельную. И двери премудростью вонме, верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истинно, от Бога истинно, рожденно, несотворенно, един, сущно Отцу им же вся выше. Нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и во человечося, распятого жезлом при Понтисием Пилате, и страдавшее погребенно и воскрешен в третий день по Писаниям, и возжежего на небеса и сидяща одесную Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца. И в Духа Святого Господа животворящего и же от Отца исходящего, и же Солнцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголом шаго пророки, святую соборную и апостольскую церковь исповедуем едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Станем добры, станем со страхом вонмем, святое возношение в мир приносите. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святаго Духа буди со всеми вами. Горе имеем сердца, благодарим Господа.
Господа. Достойный, праведно Тебя петь, Тебя благословите, Тебя благодарите, Тебе поклоняйтесь и на всяком месте владычества Твоего, Ты весь и Бог, неизреченен, недоведом, невидим, непостижим, присно Сый, так же Сый, Ты единородный Твой Сын и Дух Твой Святый. Ты от небытия в бытие нас привел, Иси от падшие восставил, Иси паки не отступил, Иси вся творя донти же нас на небо возвел, Иси царство Твое даровал, Иси будущее. А сих всех благодарим Тебя, единородного Твоего Сына и Духа Твоего Святаго, во всех их живем, их же невем, явленных и неявленных благодеяниях, бывших на нас. Благодарим Тебя о службе сей уже от рук наших приятий изволил, Иси, аще предстоят Тебе тысячи архангелов и тмангелов, Херувими, Серафими, Шестокрылатии, Многочитии, возвышающиеся пернати. Победную песнь, поющее, вопиющее, взывающее и глаголющее. Сими мы блаженными силами, владыка человека, любчиво пьем и глаголем, свят и сей пресвят. Ты единородный Твой Сын и Дух Твой Святый, свят и сей пресвят. И великолепна слава Твоя, и же мир Твой так и возлюбился. Я же Сына Твоего единородного дати, да всяк веруя в Него не погибнет, но имя живот вечный. И же пришед, и вся ее жена смотрение исполнит, вновь уже предаяшися, паче же сам себе предаяши за мирский живот, прием хлеб по святые свои пречистые непорочные руки, благодарив и благословив, осветив, преломив, даре святым своим ученикам и апостолам ряд. Примите, едите, сие есть тело мое, еже за выломимое воставление грехов. Подобные чаши подлечены глаголы. Пить от нее все, сия есть кровь моя Нового Завета, я же за вы и за многие изливаемая воставление грехов. Поминающую спасительную всю заповедь, и все же нас бывшая, крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесную сидение, второе славное паке пришествие. Твоя, о Твои, Тебе приносяще, о всех и за вся. Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молимся, Боже наш. Боже, очисти нас, грешных, и помилуй нас. Боже, очисти нас, грешных, и помилуй нас. Боже, очисти нас, грешных, и помилуй нас. Господи, же Пресвятаго Твоего Духа, в третий час апостолам Твоим неспославы, того благие не отыми от нас, но обнови нас, молящийся. Сердце чисто, созидание Божие, и Дух правом на Его, Господи, же Пресвятаго Твоего Духа, в третий час апостолам Твоим неспославы, того благие не отыми от нас, Твоим святым. Аминь. Аминь. Аминь.
апостолах, проповедницах, евангелистах, мученицах, исповедницах, воздержанницах и о всяком духе праведном, вере скончавшемся. Изрядно, о пресвятей, пречистей, преблагословенней, славней владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии. О святе Иоанне, пророце, предтече крестителя, святых славных и всех вальных апостолов, о святых ежепамятцах, совершаемых и всех святых, их же молитвами посети нас, Божий, и помни всех усопших о надежде воскресения жизни вечной, помни, Господи, святейшие преснопамятные патриархи Сергия, Алексия, Пимена, Алексия, преснопамятных рабов твоих, митрополита Никодима, протоиерея Михаила, Раису, иерея Василия, Параскеву, Варвару, Михаила, Владимира, Татьяну, Григорию, Алексею, Милане, Анну, и упокой их, где же пресвящает свет лица Твоего, еще молим Тебя, помни, Господи, всякое епископство православное, правоправящих словах и истины, всякое пресвитерство во Христе, дьяконство и всякие священнические чины. Еще приносим Тебе словесную силу службу во вселении, о святей соборной апостольской церкви, ой же в чистоте и чистом жительстве пребывающих, о богохранимой стране нашей, областях и воинстве, дашь им, Господи, мирное правление, дай мы в тишине их тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Господи, святейшие патриархи православные, блаженнейшие архиепископы и премитрополиты, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, их же даруй святым Твоим церквам в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих слово Твое я истинный. В-первых, помяни, Господи, великого Господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, егоже даруй святей Твоей Церкви в мире цело, честно, здраво, долгоденствующа, правоправяща, слово Твое я истинный. Великого Господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, Свято-Троицкий Сергиевой Лавры, священно-архимандрита, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, приносящие святые дары сия, Господеви, Богу нашему. О преосвященных митрополитах, архиепископах и епископах, я всем священничестем и иночестем чине, о богохранимой стране нашей, о властях, воинстве и народе я, о мире всего мира, о благостоянии святых Божьих церквей, о спасении, помощи, сочанием и страхом Божиим труждающихся и служащих, о исцелении в немощах лежащих, о успении ослабе, блаженней памяти и оставлении грехов всех прежде почивших православных, о спасении людей предстоящих, и о их же киждо в помышлении имать, и о всех, и за всех.
сердцем славите, воспевайте пречестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. И да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. Вся святые поминувши боги, боги миром Господу помолимся. Во не благоухание духовного вознес после нам божественную благодать и дар Святого Духа помолимся. Во избавитище нам от всякие скорби, гнева и нужды, и Господу помолимся. Заступи и спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа против. Ангелы мирно, верно, наставника, хранителя, души телес наших у Господа против. Прощение и оставление грехов и прегрешений наших у Господа против. Душам нашим и мир, и мир, и у Господа просим. Прочие время живота нашего в мире и в окаянии скончать, и у Господа просим. Христианские кончины живота нашего безболезненны, небостыдны, мирны. И доброго ответа на страшнем судище Христове просим. Соединение веры и причастие Святого Духа, испросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Исподоби нас, Владыко, содерзновением неосужденно смете призывать Тебе, небесного Бога Отца, и глаголоти. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дарди нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Человеколюбием, единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
святая, святый. Аллилуйя,
Отца, и Сына, и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня Православная Церковь празднует Преображение Господне, великий двунадесятый праздник. Священное Писание нам повествует о том, что за несколько дней до этих событий Христос находился в Кесарии Филипповой и там беседовал со своими учениками о своей смерти, о воскресении и несении креста. Событие преображения случилось за 40 дней до страданий Спасителя. Но Церковь Христова перенесла этот праздник, потому что тогда богослужение преображения приходилось бы на великопостное время, что было неуместно. Почему же преображение празднуется в августе? Потому что в сентябре мы с вами будем праздновать честное воздвижение креста Господня, где снова будут вспоминаться о страданиях Спасителя. И вот святые отцы, отсчитав от праздника преображения, от праздника воздвижения креста 40 дней, установили праздновать праздник преображения Господня в августе. Преображение Господня совершилось так. Господь взял трех учеников Петра, Якова и Иоанна, возвел их на высокую гору, на гору Фавор, и преобразился пред ними. То есть предстал пред ними в просветленном виде. Явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. Спаситель знал, что ему предстоит страдание и скорая смерть, и старался утвердить своих учеников в вере, чтобы они, будучи участниками этих событий, не соблазнились его уничижением и не отпали от веры. Поэтому Господь видимым образом хотел явить им славу своего божества. Господь, возведя учеников на гору, показал тем, что возвыситься надо мыслью от земных, ибо только тогда мы сможем приблизиться к небесному, божественному свету. Преподобный Ефрем Сирин говорит, что преображение на горе Фавор явилось радостью для пророков и апостолов, ибо пророки увидели своего Бога во плоти, чего раньше не могли сделать, а апостолы радовались, что узрели божество Христа, которого раньше не разумели. Почему же Господь не взял на гору Фавор всех апостолов? Блаженный Феофилак Болгарский говорит о том, что Иуда, предатель, не был достоин лицезреть славу божества, ибо только чистые сердцем Бога узрят. Если бы Господь взял с собой 11 учеников, а Иуду оставил у подножия горы, то он разгневался
и возненавидел бы не только Христа, но и прочих апостолов. И тогда, спустя какое-то время, многие люди стали бы говорить, что вот этот поступок обозлил Иуду, огорчил его, и поэтому он решил предать Спасителя. Почему тогда Господь взял именно тех учеников? Потому что, как говорит Ефрем Сирин, он взял Петра, потому что Петр в Кесарии Филипповой свидетельствовал о Христе. Тогда Христос спросил учеников: «За кого почитают меня люди?» И одни говорили: «За пророка Илию», другие — «За одного из древних пророков». И только Петр сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». Вот это исповедание, о котором сказал ему Христос, что ты не сам это сказал, но Отец мой Небесный дал тебе это ведение. И вот теперь апостол Петр восходит на Фавор, чтобы там уразуметь вот те слова, которые он сказал, увидеть их истинность. Христос берет с собой Якова, потому что ему надлежало одному из первых среди апостолов умереть за Христа. Он берет с собой Иоанна как девственника, как чистейший сосуд богословия. Почему он взял этих трех учеников? Почему не взял тогда половину? Потому что в Священном Писании, по закону, свидетельство трех человек достаточно для удостоверения истины. Таким образом, Христос исполнил закон. На горе Фаворе Господь возвел учеников на высокую гору, говорит нам Писание, тем самым показывая, чтобы достичь созерцания и богообщения, нужно возвыситься над земными делами, над земной суетою. И только тогда мы узрим Господа. Восхождение на гору Фавор было утомительным, и ученики, утомленные восхождением и ночной молитвой, уснули. И когда пробудились, явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. Теперь апостолы видят, что Иисус Христос – это не Илия, а Бог Илии. Он не один из пророков, а Бог пророков, который посылает их на проповедь своей воли. Ученики также возрадовались с апостолами и пророками. Как говорит Ефрем Сирин, радость была у апостолов и пророков. Они увидели Бога, Творца неба и земли, властителя живых и мертвых, который повелел небу и извел Илию, повелел земли и воскресил Моисея. И вот апостол Петр, когда пророки беседовали со Христом, умилился этим зрелищем и в радости сказал: «Господи, хорошо здесь быть. Давай сотворим три сени: одну тебе,
одну Моисею и одну Илии. Апостол Петр находился в таком радостном и счастливом состоянии, что сам не знал, о чем говорит. Нужно было привести его в разумное состояние. И вот он еще не успел закончить свои слова, как облако осенило его, и глас из облака произнес: «Се есть сын мой возлюбленный, его слушайте». Отчего апостол Петр так обрадовался, что захотел остаться на Фаворе навсегда? Наверняка в своей жизни он не раз бывал на этой горе. Так отчего же теперь у него возникло такое чувство? От того, что при преображении Господнем от Христа исходил божественный свет. И апостолы, насколько это было им возможно, наслаждались этим светом и радовались. Можем ли мы с вами наслаждаться этим божественным светом? Пожалуйста, конечно, приходите, каждый может им насладиться. Спросите, как? Как Моисей, лицо которого сияло от благодати фаворского света, от беседы с Господом, то есть от молитвы. Как преподобный Серафим Саровский. Скажет, может, кто-нибудь: «Я не могу нести таких подвигов. Я живу в миру, в суете, мне нужно кормить семью». Но этого не требуется. Не требуются какие-то особые подвиги. Послушайте, что говорит Бог Отец. Сына моего слушайте. А что нам говорит Христос? Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. А навести порядок в своем сердце кто же может лучше, чем мы с вами? Очистим свое сердце от злых помыслов, от прелюбодеяния, любодеяния, вражды, ненависти, ругательств различных, взятничества, неправды, воровства и прочих всех страстей, от безумия. И тогда, когда наше сердце будет чисто, и мы возвысимся от суеты дня, как апостолы, вошедшие на Фавор, нашей простой молитве, и мы сподобимся того, что воссияет свет Твой пресносущный в сердцах наших. Аминь. Христос, Сын Бога, живаго, пришедший в мир грешное спасти, от них же первый есть и мас. Еще верую, яко сияет самое пречистое тело Твое, сияет самая честная кровь Твоя. Молюсь оба Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение мое вольное и невольное, еже словом, еже делом, еже ведением и неведением. Исподоби меня неосужденно, причаститесь и пречистых Твоих тайн, во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечере Твоей тайной днесси, не Божий, причастниками прими. Небо врагом Твоим тайно повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем, да не в суд или во осуждение будут мне,
причащение святых Твоих тайн, новое исцеление души и тела. Аминь. Oh,
спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Всегда, ныне и присно, и во веки веков. Бессмертных, небесных, животворящих, страшных христовых тайн. Достойно благодарим Господа, заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. День и весь совершен, свят, мирен и безгрешен, испрочивше сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Благословящая Тя, Господи, освящая на Тя уповающая, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоя сохрани, освяти любящее благолепие дому Твоего, Ты тех воспрослави божественную Твою силою, не остави нас, уповающих на Тя, мир мирови Твоему даруй, церквам Твоим, священникам, воинству и всем людям Твоим, яко всякое даяние благо и всяк дар совершен свыше есть, сходяй от Тебе, Отца Светов, и Тебе славу и благодарение и поклонение воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Благословение Господне на вас, туго благодатью и человеколюбием всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на горе Фаворси преобразивайся во славе пресвятыми своими ученики и апостола, Христос истинный Бог наш, молитвами пречистые своей Матери, святых славных и всехвальных апостол, иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинограда Златоустого, святых и праведных Богоотец, Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец. Исполняйте, Господа, Господи,
Преосвященный епископ Феодост, днесь благодать Божия, немощная, врачующая, оскудевающая, восполняющая, через возложение рук архипастырских, соделала тебя преемником святых апостолов. Дух Утешитель, невидимо, осенил тебя, преподав свои дары, и поставил тебя пасти церкви Господа и Бога, который Он приобрел себе кровью Своей. Тебе предстоит нести послушание викарии, помогать патриарху в его многообразных трудах, поэтому с особым чувством преподаю тебе сие напутствие. Ты же выслушай его с вниманием и запечатляй в своем сердце, чтобы надлежащим образом совершать архипастырское служение, стараясь представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины. Прежде всего, имей пред своим мысленным взором пример Господа нашего Иисуса Христа, который не для того пришел, чтобы Ему послужили, но для того, чтобы послужить и отдать душу свою за искупление многих. Помни, что епископский сан – это не какое-то личное достижение. Существует очень много людей, у которых больше чем достижения, чем у тебя. Их не счесть. Даже если просто в масштабах страны посмотреть, а может быть и в масштабах церкви. Поэтому еще раз скажу, что священнический епископский сан не личное достижение. Ну и тем более, конечно, не какая-то новая административная должность, которая дает особую власть над людьми. Сохрани Бог тебя от этих лукавых мыслей. Архиерейство – это призвание, Богом призвание. В этом существуют две силы – божественная, которая призывает, и человеческая, которая откликается на это призвание. Но кроме призвания – это и подвиг, требующий самопожертвования и готовности направить все свои силы и таланты на пользу Церкви во спасение народа Божьего. Я многократно говорил, у архиерея не может быть никаких личных интересов. Если вдруг закрадываются личные интересы, гони их, как страшное дьявольское искушение. Единственный интерес – это смысл своего служения и цель, которая стоит перед тобой, вступившим на этот путь. Сколь высоко архипастырское служение, столько оно тяжело и ответственно. Об этой высокой ответственности напоминают даже священные одежды, в которые облачается епископ. Святитель Симеон Солунский замечательно раскрывает символический их смысл. Послушай, что пишет сей богослов и учитель церкви. Цитирую, «сакос означает хламиду и вретище». Не совсем соответствует с тем, как современный сакос украшен, но помнить надо. Украшение – это тоже часть той эстетики, той гармонии, которая помогает людям действительно тоже почувствовать в себя храме, как в несколько в ином мире, где гармония господствует. Но не самое главное – это то, что касается внешнего вида. А вот амафор, облегая плечи, знаменует спасение и воззвание заблудшей овцы, которая возлежит на груди, на плечах. А по ноге – это печать и свидетельство веры, которое исповедуется церкви. И так свидетельствует другой выдающийся аскет и подвижник, преподобный Исидор Пелусиот, цитирую, «Епископ, будучи образом Христовым, исполняет дело Христово и облачением своим показывает всем, что он уподобляется благому и великому пастырю». Путь, на который ты вступил сегодня, весьма непрост. Он будет наполнен многими трудностями, различными испытаниями и соблазнами. Поэтому тебе потребуется крепкая вера, горячая молитва и чуткое сердце для успешного преодоления этих сложностей. Только будучи крепким в вере, можно обращаться за помощью Господу. Только имея горячую молитву, можно быть услышанным. И только чутким сердцем можно ощутить Его благодать, обильно изливаемую на тружеников виноградника Христова.
Пусть святитель Феогнос, митрополит Киевский и всея Руси, в честь которого ты был наречен в монашеском постриге, будет для тебя в этом примером. Стремись подражать его благочестию, мужеству и твердости в вере. Милостью Божией сегодня Церковь имеет возможность свободно совершать свое спасительное служение, заниматься добрыми делами, которые именуются ныне социальной работой, участвовать в воспитании подрастающего поколения, вести диалог с государством и обществом. Но помни, что все эти многообразные труды имеют своей конечной целью главное – свидетельство о Господе воскресшем. Поэтому какие бы послушания тебе не пришлось исполнять, не приставай учить и благовествовать, как призывает к этому нас апостол Павел. Не только словом, но и делом нам необходимо свидетельствовать о своей вере. Ибо, как пишет тот же апостол, речь и проповедь не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. То есть, толкует преподобный Ефрем Сирин, в реальных делах. Одним из таких важных дел и является совершение добрых дел, сирическое социальное служение. Христиане всегда старались помогать нищим и обездоленным, нуждающимся и страждущим. Именно через это можно исполнить важную заповедь о любви к ближнему, укрепить его душевные и телесные силы, дать надежду и направить на поиск истины. Не забывая о работе с подрастающим поколением. От того, что мы успеем вложить в умы и сердца молодых людей, зависит будущее не только церкви, но и страны. К сожалению, сегодня им порой бывает сложно разобраться в жизненных ориентирах и найти правильную опору в жизни, потому что очень много ложных светлячков, огоньков встречаются им на жизненном пути. Но не каждый из этих огней является маяком, ведущим мореплавателя в правильном направлении. Многие из этих огоньков ведут людей на скалы и рифы, которые трудно разглядеть из-за глади реки, то есть всего того, что в жизни происходит, иногда ударяясь об эти рифы и скалы. Человек либо наносит себе непоправимый вред, либо погибает. Итак, трудно разобраться в жизненных ориентирах. И вот еще хочу сказать. Вот пока сорняки не пустили глубокие корни в душе человека, мы должны помогать ему видеть Бога, посеять в сердце добрые семена веры. Потому что именно эти сорняки, вырастая в человеческих душах, губят плодоносные ростки, в первую очередь ростки веры и добродетели. Стремясь быть в мире со всеми людьми, как учит апостол Павел, выстраивая добрые отношения с общественными организациями, с органами государственной власти, это тоже важное поле, в том числе и для проповеди. И такое взаимодействие может принести большую пользу для утверждения духовных, нравственных ценностей в жизни нашего народа. Нести непростое архипастырское служение, рассчитывая только на свои силы, невозможно. Поэтому, вдохновляясь словами апостола Павла «Все могу об укрепляющем меня Иисусе», старайся никогда не оставлять молитвенного правила, как можно чаще совершай литургию, черпая силы в Святой Евхаристии. Мысленно взирая на предстоящие тебе труды, помни, что если хочешь стать достойным архипастырем, ты должен быть целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, по слову апостола Павла. Такими словами, этот апостол наставляет своего ученика Тита: «С таким же призывом обращаюсь к тебе и я. Храни трезвость ума и чистоту сердца». Будь во всем честен и внимателен, имей всегда страх Божий и любовь к людям, избегай излишеств, весьма ненужных, а нередко и очень опасных, и всем разумением своим стремись ко Господу. С этим напутствием вручаю тебе жезл епископский, символизирующий по слову святителя Симеона Саллунского власть духа, утверждение народа в вере, спасение душ и путеводительство ко Христу,
ныне же укрепляясь силой и могуществом слава Его во всем, терпение, великодушие с радостью. Слова сии запечатлены в послании к Колоссянам. Гряди на новое ответственное служение и преподай архиерейское благословение предстоящим людям, молившимся во время Твоей архиерейской хиротонии. Аминь. Помолимся. Господи, помилуй. Владыка Господи Божий наш, Твоя, Твоих приносите Тебе по предложению, коему жда повелевый, и вечных Твоих благ воздаяния сим даруй, и же вдовы по силе приношения благоугодно приемы, прими ныне принесенные от рабов Твоих, и в вечных Твоих сокровищах возложитесе сим сподоби, даруй им и мирских Твоих благ обильное восприятие, со всеми полезными им благословение Твое имя, благословися Твое имя и прославися Твое царство, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благословляются, освящаются плоды сия, окроплением воды сия священные, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Потом освятите. Отца и Сына и Святаго Духа, сегодня великий 210-й праздник Преображения Господня. Мы все знаем, в честь какого события этот праздник установлен. Событие
особенно чудесное на фоне всего того, что происходило во время земной жизни Спасителя. Господь призывает на гору высокую ближайших апостолов и перед ними преображается, то есть меняется внешне. Он не просто человек из Галилеи, которого почитали ученики, называя его учителем, поражались его чудесам и словам, но он нечто большее, что просто великий учитель, потому что просияло его лицо, вся его природа. И свидетельством этого божественного присутствия на горе Фавор свидетелями стали те ученики, которые увидели рядом со Спасителем древних пророков и поняли, что это действительно не человек из Галилеи, но Сын Божий. А по всей вероятности это преображение стало возможным, потому что ученики были к этому готовы. Ведь накануне в Кесарии, недалеко от того места, где Господь преобразился, Спаситель спрашивает учеников: «А за кого меня почитают люди?» Ну и стали перечислять некоторые за Илью, некоторые за Моисея, некоторые за каких-то других пророков, которые были в прошлом, но вот которые в твоем лице как бы сейчас явились. Тогда Господь спрашивает: «Ну а вы-то за кого меня почитаете?» И Петр говорит неожиданное, абсолютно не пристыкающее ни от одной из бесед Спасителя. Господь себя так не называл до этого момента. Петр говорит: «Ты Христос Божий, то есть ты Мессия, Спаситель мира». И как же этот простой рыбак увидел в своем учителе не просто сильного человека, чудотворца, но обещанного пророками Спасителя мира. И Господь тогда говорит: «Не плоть и кровь тебе это сказала». Правильно, Божественным Духом обрел это ведение апостол и провозгласил великое свидетельство о том, что их учитель Иисус из Назарета есть обещанный Спаситель мира. И вот эту весть апостолы понесли по всему миру. Но, казалось бы, столько чудес Господь совершил, столько милости людям явил, как никто, как ни один из пророков, как ни один из чудотворцев. Да какие еще чудеса, которые точно ведь свидетельствовали людям о его божественной природе. Не может человек ходить по водам, не может воскрешать мертвых, не может так исцелять больных, в конце концов, не может так проповедовать. Но ведь не верили и не принимали Спасителя. И вот для того, чтобы укрепить веру учеников, а им предстояло страшное испытание – быть лицезрителями поношения, пыток, истязаний и крестной смерти Спасителя. А почему это было тяжелейшим испытанием веры? А потому что ведь в сознании и апостолов Христос, Сын Божий, обладающий всемогуществом, ведь то Он-то может себя защитить от этих ударов плетью, от этих издевательств, а тем более от позорной крестной смерти. Но что ему стоит? Что ему стоит? Не просто сойти со креста, а в одно мгновение уничтожить всех хулителей, гонителей и истязателей своих. Но ведь ничего не произошло.
И это было величайшим испытанием веры апостолов. Так вот, для того, чтобы они не усомнились в его божественной природе, не усомнились в том, что он и есть Спаситель мира, Господь незадолго до своих страданий и преображается перед ними на горе Фавор, являя божественную свою природу, божественную славу. И как бы подтверждение этой божественной природы Спасителя предстоят ему ветхозаветные пророки Илья и Моисей. И мы знаем, что никто ведь не дрогнул из апостолов, кроме Иуды-предателя. Все сохранили веру в него, в какой-то момент испугались, когда за Спасителем пришли в Гефсиманию, чтобы арестовать его и повести на пытки, истязания и крестную смерть. Но прошли эти страхи, и апостолы стали первыми проповедниками слов Спасителя, первыми провозвестниками того спасения, которое Господь принес, и одними из первых мучеников, ибо все погибли мученической смертью, кроме апостола Иоанна Богослова. Вот такой дивный сегодня праздник, который укрепил веру апостолов в том, что Спаситель Иисус, их Учитель, есть Спаситель мира. Этот праздник должен и нашу с вами веру укреплять. Ведь всякий раз, когда мы в храме молимся, когда мы приобщаемся святых Христовых тайн, мы предстоим Господу невидимо, ибо недостойны видеть то, что реально происходит во время божественной литургии, недостойны видеть снисхождение Святаго Духа на дары, которыми причащаемся, недостойны видеть тело и кровь Спасителя, который преподается нам под видом хлеба и вина, недостойны, но достойны обрести благодать Святаго Духа, как достойными оказались тогда и апостолы. И как то явление Спасителя на горе Фавор укрепило их веру, так каждое посещение божественной литургии, которая является нашим фавором, нашей встречи с Господом и со святыми апостолами, должно укреплять нашу веру. Тем более, причащаясь тело и крови Спасителя, мы входим в такое соприкосновение с Бога-человеком, которое делает нас сопричастными жизни, смерти, воскресения и спасительной миссии, принесенной Господом ради нас, грешных, на эту землю и даровавшую возможность этому спасению каждому из нас. Вот такой дивный день сегодня в церковном календаре, такая замечательная служба. Я радуюсь всех вас, мои дорогие, видеть в этом замечательном храме, который ведь тоже в каком-то смысле является символом воскресения нашей веры, веры нашего народа и замечательным памятником духовного и подвига и героизма наших благочестивых предков. Благословение Божие да пребывает над Отечеством нашим, над Церковью нашей, над президентом нашим православным Владимиром Владимировичем, над воинством нашим и, конечно, над всем благочестивым нашим народом. Аминь! С праздником поздравляю вас всех! В память вот о сегодняшнем совместном богослужении хотел бы преподнести этот скромный дар святому сему храму Покровцы Патриаршего Цвета. Прошу принять этот подарок. И огласите, пожалуйста, патриаршие грамоты. Указом святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла во внимание к помощи Русской Православной Церкви и в связи с 65-летием со дня рождения Сонин Вячеслав Валентинович, генеральный директор предприятия «Волга-Трансстрой», удостаивается ордена Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского второй степени.
высокий орден. Аксиос. Храни вас всех, Господь, мои дорогие. Спасибо. Спасибо, Господь.